Так как обычно, чтобы собрать телепорты, надо. Давай, 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 бежим, бежим, бежим. Все в округе собираем. Так, зомбаки поехали. Сейчас зомбаков будем убивать еще за одним. Потому что мы ничего не успеваем. Так, поехали. Зомби есть. Зомби вещь нужная. Чё по телепортам? Один телепорт, это же жесть. Срочно нужны сундуки. Потому что с сундуками вообще полная беда. Ну, они тут зомби убивают, пускай убивают. Так, ты сюда. Ты сюда. Сундуки, сундуки, мне нужны сундуки. Давай. Взять. Че, откуда у нас там поражение? Кто ты такой? Китайский зверь. 265 лямов. Нифига ты, короче, красавчик, да? Так, ты сюда. Так, тут все вроде собирается. Отлично, давай. Главное по сундукам. Че по хп? О, 10 хпшек. 10 хпшек это вообще хорошо. Поэтому мы сейчас нужно очень много ускорений собрать. Время еще пока есть. Сейчас большая территория закроется и все прилетят, как чайки. Я очень неудобно расположен, если честно, потому что... О, нормально, обновились. Так, давай, 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 взять как можно больше. Мне даже зомби не столько важны, сколько мне важны припасы. Потому что чем больше мы соберем припасов, тем больше шансов, что мы что-то выиграем. Давай, 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 давай. Главное следить за тем, что здесь происходит. Вот можно зомбаков, наверное, сейчас будет поубивать, да? Как думаете? По 25% это грех уже не убивать их. Ну и самое главное сундуки. Еще раз, да, напоминаю. Так, тут. Давай сюда. Ты сюда. 26-х пробиваешь хоть? Взять, давай, 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 давай. Мы 24-й бьем, а не 26-й. Хороший вопрос, да? Ты сюда взять, давай, 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 давай. Успеваем, забираем. Это опять меня выбил. Татар не русский. Меня уже бесить начинает. Давай, давай, зомбачков убиваем. Не забываем, как говорится, про зомби. Что этот татар рядом со мной делает, я не понимаю. Так, ты сюда, ты сюда. Тут что есть? Тут есть зомби. Убиваем зомби. И ты убиваешь зомби. Отлично. Лечимся. Что мы делаем дальше? Мне нужно как можно больше собрать сундуков. Сундуки тут кончаются. Меня немножко это напрягает. Я в таком месте не особо удобном, да, нахожусь. Тебя обжечь. Так, этот меня выбил еще. Так, мы, у нас есть 2.58, у нас есть 3 перемещения. Куда мы можем переместиться? Надо переместиться туда, где можно что-то собрать. Где можно что-то собрать, уже ничего нельзя собрать. Тут хоть какие-то ресурсы еще вот здесь вот есть. Можно попробовать сюда переместиться, но это не факт, что поможет. Потому что здесь уже реально все, что можно, поподбирали. Давай. Сюда. 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 Все очень плохо. Нужно больше золота, как говорится, да? Перемещений не так много, сюда лететь не такой себе вариант, да? Так, ну карту мы вроде всю разведали, это уже радует. Что, сундуков-то совсем нету, да, здесь поблизости? Что, можно начинать, наверное, кого-то сжечь? Что по телепортам? 3, нет, мы им перелетать сейчас не будем, это очень опасно и трудозатратно. Чем мы можем заняться? Да ничем мы не можем заняться, минута 45, смысла перелетать какого-то нету, хотя я бы здесь мог неплохо сундуков собрать, потому что у меня всего лишь 11 хпшек. Мы опять как-то неудачно встали.
Ждем появления сундуков, потому что если сундуки появятся, это хоть что-то. Можно было бы кого-нибудь сжечь, в принципе. Но надо, чтобы этот кто-то стоял где-нибудь в углу и тратил ресурс. Потому что здесь реально пока делать нечего. По очкам очки нам вообще не нужны, потому что мы не доживаем до конца. Можно было бы потратить телепорт, чтобы вот сюда полететь, но здесь видите, какое ожесточенное движение. Тут без меня хватает народу. Хотя вот эти бы штуки бы мне сейчас очень как пригодились. Как-то я неудачно стал почему-то с правой стороны. Там он мне предлагает улететь, да? А у Глена сколько хп? 180, неплохо, неплохо. Ладно, сейчас мы ждем, чтобы пока никуда не перелетаем. Типа, пускай сундуки собирают свои. Очень-очень удачно место выбрали. Очень много времени потеряли. Ладно, будем надеяться, что нас не пробьют. Давайте пытаемся выиграть. Да, неудачно мы тут. Угу. Еще что придумаешь? Корея, что сколько? 158, нормально. Корею можно, кстати, посжигать. Корея тоже улетел. Так, мне бы самому сейчас бы не улететь куда-нибудь. Чтобы меня Карлос не сжег. Минута остается до того, чтобы началась битва, и нам нужно будет куда-то улететь и либо кого-то сжечь. Что-то тут народ сидит, и все выжидают, никто не атакует. Ну, он Джорах, красавчик, атакует. Карл в попеле хотел залететь, красавчик, не получилось. Сейчас самое интересное начинается, когда будет массовый замес. И нам нужно как-то сделать так, чтобы мы должны были выжили. Для этого нам нужно будет просто телепортироваться. Куда-нибудь подальше. Куда-нибудь вот сюда. Давай вот сюда вот улетим. Перемещение одно, и поэтому, если нас кто-то будет бить, это будет очень печально. Урод. Отвечаю. Еще тот. Улитка, либо по-другому очень нехороший человек, да? Так, ладно, Надир был убит, мы пока живем, мы 31-е, но хпшек у нас, честно, мало. Если нас сейчас найдут, у нас просто нету перемещения, это очень печально на самом деле. Потому что вся движня вот здесь вот, вот он Джорах начал поджигать. Давай мы тут немножечко хпшками попитаемся. У Джораха все плохо, Джорах сейчас вылетит. Мы пока живем, это хорошо. Crazy Shine тут балуется. Но мы не будем палиться, пока мы тут сидим. Максимум мы можем кого-нибудь сжечь. Чтобы нас не сильно заметили. Так, ему-то умер. Серафимка умирает тут. Ой, не туда нажал. Сейчас главное не умереть. Че по хпшкам? 3 хпшки. Очень мало. 21 минута. Мы очень мало хпшек собираем, если честно. С Т-34
Тинфли и так умрет. Давай мы в райдера запустим. Так, райдер умер, отлично. Че, Crazy Shine там? Crazy Shine вроде тоже, да, умирает. У меня хпшек больше нету, мне нужно в кого-то сливать. Давай сливать того, у кого хп поболее. Слопнуться опять полное хп, вот жучара. У нас 17, надо кого-то слить. Давай кого-нибудь сольем, кто в центре есть? 15 человек, и где они вот все сидят? Вот смотри, никого. У нас 8 хп, все уже. Где эти 15 человек? Покажите мне их. А, нет, смотри, не 15. Мы 6. Награда за ранг 6. Карлос убит ходячими. В общем, ждем отчета. Странно, показывало 15. По факту я 6, да? Слопнут. Первый 2910, 2250, как и Пакная прожил. Карлос в этот раз прожил меньше, 2240, как и Джонни Синс. Этот китайский друг прожил чуть дольше нас, а мы прожили, в принципе, на 6 место. Видите, 3082 очка, они вообще никакой роли не играют, и смысла от этого никакого нет. Самое главное, вовремя куда-нибудь улететь, потому что в центре обычно донатеры только тусуются. Ну вот Crazy Shine тоже он улетел подальше, но он умер рано. 13-й, 2208, мы прожили 2233. То есть, я думаю, всем понятен смысл. Серафим тоже рано умер. Баба Яга вообще не играл, у него там 600 очков. Просто тут потусил. И за 39 место получил бонус. Сколько дают бонус за вход? 5700. Ну, неплохо за то, что ты просто тут решил потусоваться.